Hello, everyone. Hi, Shanti. Привет всем. Привет, Шанти. Привет, Элла. Ты во Флориде? Шанти во Флориде? Как тебе понравилась Мексика? О, боже мой. Невероятно. Хотелось бы мне тоже принять участие в каком-то событии там после окончания. Да. Это было прекрасно. Немножечко был культурный шок вернуться обратно в США. Я так рада, что ты сделала это путешествие. Кто еще был в Гвадалахаре? Давайте, признавайтесь. Привет. Привет, Джонни. Sandra directed me to La Villa del Ensueño. It was a beautiful place. Really nice. Oh. Лама Тим might be waiting for us to chat, so he can come on. Может быть, Лама Тим хочет, чтобы немножко поболтали, прежде чем он придет. Okay. Hi, Laura. Привет, Лора. Hi, so nice to see you again. Рада видеть тебя снова. Hey, Kathy. Привет, Кэти. Trying to find old classmates. Пытаюсь найти своих всех однокурсников моих. Где Марина? Она наверху. Привет, Марина! Как ты? Как дела? Марина пытается позвонить Тиму, но он не отвечает. Извините. Привет, маленький малыш. Так много людей с выключенными камерами. Мне кажется, что когда Тим подключится, ему захочется вас всех увидеть. Шанти, как была вечеринка запаковать? Лаки Паки называется. Такая прекрасная вечеринка, очень милая. Спасибо, что предложили. Это было так странно выйти из ретрита, и теперь я одна в стране. Я разговариваю по-испански, да. Мой интернет не работает. Я такая, вау. Но это была хорошая практика. Доброе утро всем. Привет, Тим. Доброе утро, Тим. Доброе утро. Извините, пожалуйста, я опоздал.
Сегодняшнее занятие мы собираемся сейчас рассмотреть кое-какую тему. Если вы не проходили на прошлое занятие, тогда просмотрите. Мы закончили, мы разговаривали о паре вещах на прошлом занятии. В первую очередь мы говорили, каково это быть в промежуточной стадии. Мы говорили о... Мы использовали пример переходной стадии в наших собственных жизнях. Мы говорили о том, что происходит, когда между событиями дхармы, потому что как раз одно из событий только что закончилось, и вот между этим событием и нашей реальной жизнью, или когда заканчиваются наши отношения, или когда любая какая-то переходная стадия, какой-то промежуток, который может быть... Может быть, какой-то промежуток неопределенности, когда мы не знаем, что же все-таки происходит, что будет. И мы использовали метафору, что каково это вот быть между двумя жизнями, что происходит согласно Абхидхарме, когда мы находимся в этой стадии. Привет! Ты опоздала. Что происходит в этой промежуточной стадии? Такое состояние, когда мы... То есть это практически перерождение. Но я... Мне не нравится говорить так, это не так, но как с точки зрения восприятия вот этого... Вы просто клетка, вы просто соединяетесь. Есть такой период промежуточный для человека, да, чтобы созреть, это 9 месяцев. И вот есть такой вот период ожидания, когда мы выходим из утробы матери, когда мы рождаемся, и вот начинается ваша новая жизнь. И вы такие смотрите, и клетки в вашем теле начинают быть похожими на человеческие. Они не полностью сформированы, возможно. И мы можем сказать, что часть нас уже таковой является, но это не совсем так, потому что точка восприятия, когда существо Бардо входит в понятие клетки человеческой. Мы используем метафору, чтобы понять, когда мы переходим из одной части в другую. И вы уже практически в форме следующей жизни того существа, в которого вы переродитесь, да, я имею в виду, что вы уже находитесь. Ребят, и были очень классные вопросы и на прошлом занятии про бардо существа на самом деле привлечены сексуальными отношениями между двумя у родителей, да, между мужчиной и женщиной. И помните, держите в уме, что это все Абхидхарма. Есть ли клетки внешние, когда встречается сперматозоид с яйцеклеткой, существуют ли они сами по себе, да? В описаниях звучит так: о, двое людей, у них есть сексуальный контакт, и потом Барду такая: о, очень интересно, их привлекает это, и он подходит, и встречаются две клетки, сперматозоид и яйцо, и яйцеклетка, и Бардо тоже там участвует. Вот каково это? Как это звучит?
Да, считается, что Бардо как бы вне находится существа, но на самом деле вы можете найти еще другое описание в других религиях, что есть некоторое существо, которое проникает в ваше тело, и каким-то образом ваша душа откуда-то приходит и также внедряется в ваше тело. Я не говорю, что это так не функционирует, но нам нужно подумать об этом больше вне этой вот функции восприятия, подумать еще глубже. И без того, чтобы идти глубже, это на самом деле может вам помочь, и вы можете подумать. Вы должны подумать об этом, я не буду говорить вам. Вы сами подумайте. Вы должны подумать, какова ценность этого понимания, как это понимание смерти и между и стадией до перерождения, как это понимание может помочь вам, как это поможет другим во время смерти, во время того, когда мы плачем по умершим. Вот вы должны сами об этом подумать. Подумайте сами, что почему вот таким образом, да, все происходит, и почему мы говорим об этом сейчас. Это было такое коротенькое занятие. И мы говорили также, помимо существа Бардо, что происходит во время умирания, во время смерти, когда наше тело исчезает, когда наше тело умирает, и каковы эти разные стандартные процессы, которые происходят в теле, какие стандартные, какой-то опыт, который человек проходит во время смерти. И мы говорили о четырех элементах и их исчезновении во время смерти, и их порядок. А какой их порядок? Вы запомнили их? Вы помните их? Все такие, ну нет, нет. Я только сегодня это... Планета, земля, вода, огонь и ветер. И за $50 по-тибетски правильно произнесите. А теперь, ребят, произнесите по буквам или напечатайте. Кто был это? Я не знаю, как писать по буквам. Окей, отличная работа, получаешь еще 25. Здорово. То есть они в определенном порядке, эти элементы в определенном порядке исчезают. Первое — земля, твердость. Затем какие-то жидкости, это то, что мы говорим, вода. Затем источник огня и источник движения — это ветер. Источник тепла — огонь, источник движения — ветер. И мы проходили через визуализацию описания, и сегодня мы сделаем медитацию. И эта медитация, вы можете ее делать, и вам следует ее делать часто, и вам нужно привыкнуть к ней. И это становится очень важным во вторых 18 ACI-курсах. Да, мы впереди еще 10, но у нас еще есть 18. Очень много всего придется еще учить. Но каждый шаг
он друг на дружке строится. Вы такие думаете: о, Боже мой, это как будто это 14 лет моей жизни. Да, да. Я думаю, это займет очень-очень много лет. Но это практика. Это просто состоит из практики. Хорошо. Итак, мы сейчас сделаем эту медитацию. Шанти, ты не выглядишь на свой возраст. Итак, сядьте в удобную позицию, займите удобную позицию. И прежде чем я начну двигаться, ребят, звук в порядке? Не слышно никакого шума? Все хорошо? Хорошо. Зум. Невероятно. Посмотрите, потому что сейчас у меня тут немножечко есть беспорядок. Выключите ваши телефоны, выключите все уведомления на вашем компьютере. Да, Трейси, сегодня будет 45 градусов. Закройте глаза. Или просто смягчите ваш взгляд. И почувствуйте ваше дыхание. Feel the exhalations and the inhalations. Считайте вдохи и выдохи. Почувствуйте их. And see yourself way in the future. И увидьте себя в далеком-далеком будущем. Laying on your bed. Possibly on your bed. Лежите в своей кровати. And you're surrounded by those you... И вы окружены теми, кто вас любит.
И вы знаете, что для вас сейчас время перехода. Для вас эта жизнь подходит к концу. Вы спокойны. Вы расслаблены. И затем вы можете вспомнили одну вещь, которую вы не сделали в своей жизни, то, что вы еще не признались в том, в чем вы не хотели бы признаваться, чем вы не гордитесь. И вы начали думать об одной вещи, которая доставляет вам самую большую радость, какую-то доброту, которую вы сделали для кого-то. Вы вспоминаете об этом. И затем вы смотрите вокруг последний раз, и вы видите всех этих людей, которых вы так любите. Последний раз. И вы мягко закрываете глаза. И вы начинаете чувствовать, как внешний мир меняется. И затем вы чувствуете дрожь. Сначала небольшую дрожь, как будто земля под вами трясется, вибрирует. И
И затем вы смотрите вокруг и видите, как скалы трясутся, земля трясется, и она трясется все больше и больше, и происходит большое землетрясение. И кусочки этих гор начинают падать, как большие камни. И вы начинаете убегать от них. И вокруг вас вы видите, как раскрывается земля, вся трескается и расходится. И вы убегаете, но вы все еще спокойны, и вы все осознаете. И останавливается это землетрясение. И вы слышите, как звук такой воды, пробивается вода. И как будто цунами начинает заливать землю, и вы поглощены водой. Вода полностью покрывает вас. Огромный массивный поток воды толкает вас, и вы не можете контролировать, куда вы идете, куда вас направляет эта волна. И вы окружены водоворотом воды. И снова вы остаетесь спокойны, и вы все осознаете. И внезапно вода исчезает. И вы находитесь под землей. Вода высохла. А солнце светит. И земля вся потрескалась от жары. Становится все жарче и жарче, и уже вокруг вы окружены огнем. Все горит.
Но вы остаетесь спокойными, и вы все осознаете. И когда огонь прекращается, начинает дуть ветер. И ветер начинает дуть все сильнее и сильнее. Вас сдувает просто с земли. И вы крутитесь вокруг, как будто вы попали в торнадо. Вы окружены водоворотом ветра, как смерч. Но вы остаетесь спокойными, и вы все осознаете. И в конце концов ветер утихает, и все становится очень спокойным. И вы смотрите вдаль. Такая спокойная земля. И вдалеке вы видите мираж. И вы начинаете двигаться в сторону миража. Спокойный и в сознании. И затем вы становитесь окружены такой мягкостью, вы как будто бы в тумане. Такой мягкий-мягкий туман, как дым. И затем вы начинаете видеть маленькие огоньки, очень похожие на фейерверки. Маленькие вспышки света вокруг.
Но вы остаетесь спокойными, и вы все осознаете. И затем это исчезает, и вдалеке вы видите маленький огонек. И ваше сознание двигается по направлению к нему. И это абсолютно спокойное пламя свечи. Просто свет. Нет никакого движения. И вы спокойны, и вы все осознаете. And as that light fades, и этот свет, он потихоньку исчезает. И вы становитесь окружены мягким движением света во всех направлениях. Просто мягкое свечение полнолуния. Нет никакого источника. Просто окружены вот этим светом. И этот свет исчезает. И он переключается на другой свет, малиновый. И вы окружены этим светом. Вы остаетесь спокойными, вы все осознаете. И затем вот этот вот красный малиновый свет, он исчезает, и он затухает. И он переходит в темноту. All there is that blackness. И все вокруг — темнота. And you're calm and aware. И вы спокойны, и вы все осознаете.
И эта чернота теперь исчезает тоже. And your awareness is. И ваше сознание идеально чистое, как алмаз, кристально чистое. Вы все осознаете. You are nothing yet. Вы все еще не пустое место, не ничего. And a feeling comes to you. И чувство к вам возвращается. И это чувство «я есть это». И теперь возвращаемся к вашему дыханию. Почувствуйте снова дыхание вашего тела, ощутите его. И сделайте три глубоких выдоха. И когда будете готовы, вы можете открыть глаза. All right, so get familiar with that meditation. Познакомьтесь с этой медитацией. Practice it. Практикуйте ее. Because if you can, потому что если вы можете вот сохранить эту осознанность,
когда вы проходите через все эти стадии во время смерти. То, возможно, вот в последней части, где вы уже кристально чистые, как алмаз, и вы еще не ничего. И, возможно, что вы можете в тот момент увидеть пустоту напрямую и сделать что-то с этим. Процесс происходит, неважно, как, несмотря на то, как вы умираете. А как вы проходите через эти стадии, это все зависит от вас. В смысле, можете ли вы сохранить эту осознанность? Можете ли вы не испугаться и не потерять эту осознанность? Потеряете ли вы свою осознанность на каком-то этапе? Потому что, когда вы проходите через все эти стадии, то ваш ум становится все притупленным и притупленным, и соединение тела и сознания ума становится все хуже и хуже. И в большинстве времени мы просто теряем эту осознанность, просто ум перестает обращать внимание, просто теряет осознанность. Потому что это не очень простая вещь пройти через все это. Если вы сможете держать, тренировать, если ваша медитация достаточно хороша, вам нужно иметь шамату, чтобы сделать это. Вам нужно медитировать. Вот что означает подготовиться к смерти. Самое лучшее, что мы можем сделать для нас, это практиковать. Для тех, кто не практикует еще, в последний момент это будет уже поздновато. И мы дать эти учения за 10 минут до смерти и ожидать, что он поступит иначе, это слишком поздно. Вот почему мы начинаем с признания. Лучшее, что вы можете сделать в то время, в момент смерти, это признать все свои плохие ошибки и порадоваться за хорошие дела. Потому что если вы сможете очистить плохие поступки, они могут не созреть. И когда вы уже подойдете к этому чистому свету, все, что происходит, это то, что созревают семена и раскрываются следующие семена. А какое семя раскроется? Каждое дело, которое вы сделали за биллионы жизней, и положите их в шар, потрясите, потом достаньте, потяните руку и достаньте какое-то из своих деяний. И вот, пуф, вы уже в другой жизни. Это немножко пугает, если подумать об этом. И также это может быть очень вдохновляющим. Если единственная вещь, которую вы делаете в этой жизни, это хорошие поступки, у вас есть шанс выиграть в этой лотерее. Это неплохая жизнь. Это совсем неплохая жизнь. Я имею в виду, вы делаете хорошие вещи для других людей, вы сажаете хорошие семена.
Я не знаю, почему. Кто все хотят быть, переродиться в моего кота. Это истерично. Ну, в любом случае, это неплохая жизнь. Это неплохо защитить себя от перерождения в плохих мирах, просто делая хорошие поступки. И это ваша единственная мотивация, вы знаете, и вы радуетесь, и эти семена растут. И это как будто мы делаем... Семена растут, да, вырастает. Вы посадили $1, вы получили $100. Это семена растут экспоненциально. И если ничего не остается, если нет никаких причин, чтобы делать хорошие поступки, да, если бы не было других причин. Если бы не было никаких причин делать хорошие семена, вот это как раз-таки самая большая причина. Что ты хочешь получить в вашем лотерейном барабане? Конечно, есть много других причин также. И вот почему мы говорим про бодхичитту и так далее, и так далее, и так далее. Я вижу, Джулия, мы поговорим об этом позже. Есть 4 приоритета семян. Какое семя раскроется в первую очередь? И есть приоритет. И есть вещи, которые мы можем протолкнуть, какие-то определенные семена вперед, как бы на первое место вот в очереди. Это своего рода... Когда вы, например, в аэропорте, есть задержка, и вы хотите выяснить, что происходит, возможно, самолет президента садится, и президент должен сесть на самолет, и вам нужно ждать, когда президент пройдет. А вы, если вы хотите место президента, то вы, конечно, не будете ждать. И президенту нужно взлететь. Мы поговорим об этом с вами позже. Это очень хороший вопрос. Хорошо, я предлагаю практиковаться в этой медитации. На занятии... А я думаю, это Ламрим 23. 35, да, 35 по приоритетам. Итак, мы на занятии номер 6. И есть очень долгие дискуссии в чтении, и вы также можете их сделать. Я не буду проходить через все детали. Вы прочитаете сами. На самом деле есть очень долгое объяснение, как начинается мир, как мир зарождается. Какая история? Что за история? Ну, даже это не история, а космология. Что происходило в самом начале? Как все началось? И немножечко, когда вы читаете, кажется, что это научная фантастика. И есть элементы этого в этом. И есть длинные описания, как все части соединились, насколько они были большими, как они функционировали, как мир стал миром. И они упомянули потопы, взяли какую-то христианские традиции. И очень привлекательно, что меня привлекает в этом во всем. И многие люди говорят: Тим, ну, это все
странного, да, как вот начинается мир. Ничего нет. Просто пустое пространство, пустой космос. Представьте пустое пространство. Нет ничего, ничего в нем нет. Из-за какой-то причины, да, из-за какой-то причины начинает дуть мягкий ветер. И ветер начинает дуть, начинает по кругу вращаться. И когда ветер начинает крутиться по кругу, он становится все сильнее и сильнее и сильнее, быстрее и быстрее. И пока до времени, пока представьте диск. Ну, знаете, вот как выглядит диск. Диск из ветра. Вот он крутится. Крутится так быстро, что вы просто не можете даже разбить его. Он просто становится практически твердым. Представьте, вот так быстро двигается ветер. Даже не можете туда палец опустить. Подождите, у меня есть идея. Подождите сейчас секундочку. И говорят, что это как 7 миллионов миль. Извините. Ширина, толщина 7 миллионов миль и просто бесконечная миля в ширину. Это такая наша вся планета. И затем это превращается в... Это переходит в какую-то твердую уже землю, да. Потом начинают падать дожди на этот диск из ветра. И затем они говорят, вот теперь вода. Как вода на этом задерживается? Они говорят, что диск очень быстро двигается, и вода не может оттуда выпасть. И вода тоже крутится, и где-то в каких-то местах становится твердым. И затем еще больше дождей выпадает, и дальше уже формируются океаны на вершине, и также снова все больше и больше ветра, и ветер поднимает какие-то твердые вещества с этого диска, и формируются горы. Да, вы можете это прочитать в чтении. И центральная гора поднимается в центре, поднимается самая большая центральная гора. И 7 дисков из гор. Есть центр, центральная гора, и затем 7 дисков также крутятся и формируют 7 гор. И на крае... По краям также еще другая цепь гор. И вот таким образом формируется планета. И на этом диске есть 4 континента. Они окружены вот вокруг вот этой вот большой, самой большой горы. 7 континентов называется Джамбу. Вот на одном из них мы живем. На том, на котором мы живем. И
Это было такое формирование мира. Очень быстро. И, возможно, да, вы думаете, что это звучит как сумасшествие. О, Тим, нет. Это наш мир, вообще-то наша планета круглая, она не плоская. Да, ребят, но... Где-то кто-то открыл, что Земля круглая, кто-то говорит плоская. А что написано в Абидарме и Коше? В чтении. Да, долго, давно. Если вы подумаете об этом, вот как я думаю об этом. Да, конечно, это звучит немножко странным. Но я не думаю, что это так слишком странно. Вовсе не думаю так. Что первое произошло вот для меня, да? Как бы порядок. Порядок. Я думаю про порядок. Что первое произошло? Ветер. Ветер задул. Ветер. Потом я думаю также про огонь или позже, как будто бы ветер дует, и, возможно, огонь затухает. А затем что происходит? Вода. Есть вода. А затем уже из воды происходят горы, земля. Кто-то как-то соединил это все? Да, это создание, это как отсутствие вот этого разрушения, противоположность разрушения нашего тела, элементов. Да, это отличный ответ. Противоположность разрушения. Просто подумайте об этом, поговорите. Просто где-то пока положите это на полочку, пока пусть полежит. Вещи, которые вам нужно знать, что есть вот эта центральная гора, окружена семи цепью гор, и по краям говорят, как такое кольцо, кольцевое, как бы такое, как ограждение. Это очень классно. И просто для информации, потому что это пятый вопрос домашки, на самом деле это самая короткая домашка. Есть три океана. Так, состоит из семи вокруг, да, вот получается эти семь гор, и есть три океана. Самый большой внешний океан и внутренний. Просто представьте, самое простое — это представить, что вот есть эти все семь гор и вода между ними. И есть какие-то детали, то вы можете прочитать об этом и сделать домашку. И вот центрально сделана из золота гора, а все остальные, которые вокруг, сделаны из железа. И вот внешне называется как кольцо. И внутренний океан. Это вопрос номер пять в домашнем задании. Если кто-то, может быть, есть из вас какой-то художник, кто хочет нарисовать, я уверен, что вы также можете найти в интернете какую-то картинку. Давайте-ка посмотрим. Ой, я даже не думала, что это так классно сейчас.
All right, cool. Итак, вы можете прочитать чтение, если вы хотите нарисовать картинку. Кто-то спросил меня, будем ли мы делать виртуальную реальность, делаем ли мы виртуальную реальность процесса смерти? И ответ — да. Но, ребят, я хочу, чтобы вы сделали это в первую очередь. Я хочу, чтобы вы сделали сами визуализацию. Почему? Это очень личное, это личный опыт. И когда вы продвигаетесь в более углубленные курсы ACI, вы начинаете изучать все больше и больше о значении этих элементов, как эти элементы находятся в вашем теле. И если вы хотите... Если вы хотите все глубже изучить эти элементы, то вам, наверное, стоит пойти в YSI, Институт изучения йоги, потому что большинство из этого находится там, если даже вы не знаете, что это. И есть курс, я не знаю, доступен ли он сейчас. Кони и я сделали курс по четырем элементам, и как распознать и почувствовать каждый элемент в вашем теле, и семена, которые соответствуют каждому элементу. И когда мы получаем немного больше знаний, базы ACI, и затем мы начинаем все больше изучать об этом. Вы начинаете изучать больше о том, что как испытать, как почувствовать их, каково чувство земли в вашем теле, каково чувство воды, текущей в вашем теле, и вы действительно чувствуете это, каково чувство огня, что такое жара или, наоборот, холод и ветер, все эти вещи. Как они друг с другом сочетаются в вашем теле? Есть целые разделы медицины, посвященные четырем элементам в теле. И тибетская медицина использует это, китайская медицина использует. И это совсем другая система. Баланс элементов в вашем теле, либо, наоборот, дисбаланс. И это является причиной определенного опыта. И вы можете проработать это внешними способами. Так, вот, смотрите, есть акупунктура, нутрициология. Вы можете также проработать внутреннее состояние через медитацию, с точки зрения медитации. И также вы можете проработать на уровне семян. Это цель на самом деле. И если вы тот, кто всегда мерзнет, они говорят в этой системе, что есть проблемы с каналом огня, возможно, слишком много воды в вас или много ветра. И вы работаете над тем, чтобы сбалансировать это, и у вас не будет больше проблемы. Или, может быть, вы как я, вам слишком жарко всегда. Что происходит, когда вы слишком жарки, вам жарко, вы злитесь, раздражаетесь? И когда вы научитесь управлять этими вещами, и чем больше у вас будет осознанности,
и вы начинаете понимать, что делать, чтобы работать над этим балансом, и вы становитесь уже более сбалансированными. Но причина, почему... Когда вы начинаете работать с растворением этих элементов, все больше и больше углубляться, и вы начинаете чувствовать вот этот опыт, когда вы не умираете, но вы испытываете растворение этих элементов, исчезновение этих элементов. Потому что, конечно, вы можете ждать момента смерти. Или вы можете сделать это в этой жизни. Вы можете испытать это в определенном... Вы можете почувствовать, как эти элементы исчезают в вашем теле. И да, как практикование смерти, Шанти. И почему я не дал вам чью-то визуализацию? Потому что, когда вы испытываете сами этот опыт, то он принадлежит вам. И часть из вас... Например, можно, да, кто-то говорит, что из опыта или от опыта, и вы можете потом по-другому даже назвать это. И кто-то пытается записать словами, чтобы понять этот опыт. И мы живем в очень в таком визуальном мире. И есть основные, это, видите, основные наши, наш способ. Я хочу извиниться, ребят, если я вас встречу всех в жизни, и я вас не узнаю, это не из-за того, что я... Это потому, что вы такие квадратики на моем экране, я извиняюсь, простите за... То, что я... Кто-то думает, что я должен вас узнать, но я... Не узнал вас, я извиняюсь. Но вы все для меня просто маленькие квадратики. И когда вы встречаете в жизни и получаете всю энергию человека, я просто извиняюсь заранее. И мне нужно иногда вот так вот близко приблизиться, чтобы посмотреть. Но у меня есть еще вторая проблема. Вторая проблема, что мне нужны очки для чтения. Поэтому извините. Жизнь отстой. Но в любом случае. Когда у вас есть этот опыт, и вы почувствуете этот опыт, вы можете видеть, как это слово направлено к вам. Ну, по моему скромному мнению, и это правда, может быть, различные способы это делать. Я думаю, что посмотреть видео кого-то может потенциально окрасить и сформировать или, наоборот, заблокировать опыт. Вы знаете, я... Вот вы, наверное, видели вот эти традиционные буддистские рисунки Манджушри, Майтрея. Я купил вот одно произведение. Сейчас я вам покажу.
Подождите секундочку. В Мексике я купил на столе, который там продавали разные пособия для изучения древних языков. Я купил вот это. Вот, вы видите там отражение, да, в стекле. Вот Нейроба, и он держит. Вот, смотрите, и висит. И наверху Барджагини. Она представлена в белом. Почему мне так нравится это? Первое. Это потому что Барджагини не белая. И вот Нейроба. И все, что нужно делать Нейропе, это посмотреть наверх. А он смотрит вниз. Видите? Если Нейроба просто посмотрел бы наверх, и это практически, если бы он посмотрел наверх, он бы увидел что-то потрясающее. Почему я это говорю? Потому что просветленные существа могут появляться разными способами и в какими-то способами, которые мы пытаемся их представить по какой-то причине, визуализировать. Но нам не нужно привязываться к форме. И форма основана на ваших собственных семенах. Мы не ожидали этого услышать на этом занятии. Это так же, как и ручка и жевательная игрушка. Это было длинное такое вступление на вопрос Шанти, что делал ли кто-то визуализацию. И вы испытываете их, и затем нарисуйте картинку. Может быть, вы нарисуете что-то вроде того. Может быть, это вы. И, может быть, вы увидите ее. А, вот она. И теперь, когда мир был создан, да, ветер дует, огонь, вода появляется, потом дожди идут, формируются горы, 7 гор. Пожалуйста, почитайте это в чтениях. Это очень интересно. Я нахожу это очень интересным. Многие живут в сансарическом мире. О чем это? Что, из чего состоит эта жизнь, согласно Абхидхарме? Что поддерживает эту жизнь, согласно Абхидхарме? Это вопрос. Какие 4 типа питания, которые поддерживают нашу жизнь? Вы знаете, что ответ не общий, а специфический. Мы знаем, что это происходит из семян, но есть 4 вещи, которые держат нас живыми, помогают нам жить, которые также и помогают нам на самом деле и продолжать страдания. Первое, то, что нас поддерживает в этой жизни, это вишни. Еда. Вишня
be next to me right now. И вот какие-то... Cherries and tater tots. Не знаю, печеньки. Kibble. Probably made of fish. Возможно, это что-то такое, сделанное из рыбы. Самое сложное... это для кошек. Самое сложное, что с кошками, это то, что они не едят мясо, а я вегетарианец. И кто-то спрашивает меня, вот знаете, есть ли сложности с быть вегетарианцем на ретрите. Ну, можно сделать занятие по этому поводу, потому что есть разные способы думать об этом. Ну, давайте закончим. Итак, первая вещь, которую мы едим, это твердая пища. Пища, которая питает нас. Твердая пища, как написано в учениях. Другая вещь, которая питает нас, говорят, это как контакт с вещами, которые создают удовольствие. Вещи, которые вы наслаждаетесь. Kind of вам нужно подумать об этом немножко. Мы вот говорим с точки зрения абидармы, но также подумайте сами. Не думайте о семенах. Думайте, конечно, о семенах, но здесь сейчас подумайте, когда вы наслаждаетесь, когда вам хорошо, и вы более напитаны, вы быстрее насыщаетесь. А когда вы не наслаждаетесь собой, вы недовольны собой, то вы не... Вы депрессивны, тело болит, вы несчастны, и вы становитесь немотивированы, теряете свою мотивацию. И вы видите эти вещи все. И вы можете это видеть в людях, люди, которые живут в гармонии с собой, и у них нету каких-то физических знаков, что они нездоровы. Депрессия убивает, да, именно. И еще есть одна вещь, которую буддисты говорят. Психология 21 века. Помните о том, что они, да, говорят про слово «удерживать», «поддерживать». Я объясню это через секунду. То есть каким-то образом каждый из них поддерживает нас. Движение вашего ума также может быть своего рода питанием, как надежда. Надежда может быть очень-очень сильным представлением нашего ума, который может очень много помочь вам, очень сильно помочь вам, поддерживать вас. Есть очень интересный пример в чтении. Я думал об этом очень много. Я думал о том, есть история в 1960-х годах у парня был рак, и он начал принимать какие-то новые лекарства, которые только что вышли. И они закончились, и в администрации, в аптеке, ну, здравоохранение США решили, что это лекарство не помогает. Он услышал эти новости, и последняя надежда его умерла. И потом
снова эта компания вышла с новым лекарством. И они убрали то лекарство, которое было небезопасно. И вот эти новости вышли, что лекарство не действует, и он умер. С перспективы Абхидхармы мы назовем это сила надежды в нашем уме. Если вы хотите пить и умираете от жажды, и вы в середине пустыни, и вы 35 футов от источника воды, никто не умрет вот за эти 35 футов. Вы дойдете до воды. Но если вы не видите воду, и вот за эти 35 фитов, то, возможно, футов, вы, возможно, умрете. Есть очень сила, мощная сила надежды. Я рассказывала вам историю про моего дедушку. Мой дедушка оставался жив, пока все детали не были сделаны, чтобы позаботиться о бабушке. Контракт был поддержан, так, машина была продана. Но бабушка не могла водить, она много выпивала, она не могла водить, я вам говорила об этом. Но в тот момент, тогда дедушка мог умереть. Надежда ума. И в общем, сознание, в общем, может поддерживать вас. И вот эти, каждый из этих трех, четыре, но в основном три, они поддерживают нас. Они функционируют, но они также и являются порождением страдания. И это на самом деле очень депрессивное окончание этого занятия. Пища, которую вы едите, контакт, который вы делаете с внешним миром, движение вашего ума и ваш ум, все функционирует. И таким образом, что рождает страдания. Добро пожаловать в мир Абхидхармы. И затем говорят, что вот эти четыре типа это является причиной страдания, болезни, болей, и все они ведут к смерти. Да, это было классно, замечательное чтение, урок, замечательный урок. Подумайте об этом, и мы на самом деле не говорим об этом с точки зрения семян, мы говорим с точки зрения Абхидхармы, и с той точки зрения, как большинство из нас функционирует. Что мы делаем в первую очередь, когда мы больны? Мы идем, ищем причину, есть ли ветер не в балансе или какие-то элементы. Вам нужна правильная еда. У вас есть достаточно надежды в вашей жизни? Может быть, вы испытываете печаль? Все эти вещи. И мы начинаем искать поддержку. Мы начинаем искать, с кем бы нам соединиться, и иногда даже просто соединение с другим человеком — это достаточно, чтобы убрать боль, убрать в кавычках болезнь. И ответ — да, серьезно это воспринимайте. Очень, очень серьезно. Но также подумайте с точки зрения, почему какая-то пища нас поддерживает. Почему эта надежда поддерживает нас? Почему это движение ума поддерживает нас? И затем это не будет становиться страданием больше. Если вы понимаете, как работают семена, также вы можете понять, как работают эти вещи. Да, да, классно. Все, конец. И наше занятие на 3 августа, мне кажется, так. Да, 3 августа.
У меня есть очень плохая привычка. Я ставлю занятия после того, когда заканчивается мероприятие. Что? Итак, 3 августа я буду на мероприятии. Завтра уезжаю. И затем уже 2 августа закончится это мероприятие. Поэтому мы немножко разрываем занятия. Я не думаю, что это хорошо, потому что 10 уроков, то есть мы так растянули их, да. Но следующие пару недель, пожалуйста, практикуйте эту медитацию. И если слишком много или слишком долго, просто начните с мягких, тонких элементов. Не делайте грубые, делайте с точки зрения, когда вы испытываете уже, видите видение миража. Да, слишком долго меня не увидите. Ну, можете что-нибудь в Инстаграм выложу. Делайте эту медитацию, познакомьтесь с ней. И я также рекомендую, попытайтесь. Когда вы проходите через вот это растворение элементов, попытайтесь испытать это так же, как и как будто бы втягивание внутрь. Когда вы продвигаетесь через мираж, через дым, через туман, и вот эти вот маленькие светлячки, огоньки, и потом вы когда видите вдалеке вот это вот спокойное пламя свечи, и потом лунный свет, потом красный свет, потом чернота, и потом прозрачность. Почувствуйте, как будто бы это все прям как бы внутрь засасывает, все эти видения, они как бы внутрь уходят. Класс. Хорошего дня, классной субботы. Я пойду сейчас в кафе Peach Tree, персиковое дерево, и собираюсь поесть немножко сахара. И я говорю, включите микрофон, скажите пока. Have a coffee for all of us. And a cinnamon. I wish. У нас за всех выпить кофе, говорят. Bye-bye. 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 Thank you, Tim. Thank you, Tim. Safe travels. Thank you, everyone. Ciao. Have a good day. Or good night. Bye. Все, всем пока.